попали в лес! Настоящий ад! А, Алик, что это? Какая-то фигня получится, а не дом. Ты не хотел тут оставаться, тут холодно, страшно, темно. Я хочу домой. Ребят, ну вы со своими планшетами совсем ничему новому не учитесь. Марик, Соня, ну может быть оторветесь? Вот вы хоть что-нибудь знаете, например, про лес, как костер разжечь, как палатку поставить? Да, легко. Костер разжечь можно палочкой. А вот зажигалку можно купить, и все. А если зажигалки нет, то что делать? Спички. А спичек нет? Палочкой, как древние. Как древние? Да. И что, сможешь? Могу. Надо учить. Ну, тогда проверим. Марик, а где это мы? Да, пойдем маму и папу. Ага. Мам! Мам! Ма! Марик. Подожди, сейчас я все посмотрю в интернете. Окей, Google, как выжить в лесу? Интернета нету! Ребята, всем привет! И вы на моем канале Sunny Life Life. И мы попали в лес! Тут очень страшно, и перед началом этого видео не забудьте подписаться и поставить лайк, и не забывайте нажимать на колокольчик. А мы начинаем мучиться 24 часа. Теперь нужно выживать, что ли? О, что уйти? Так мы же дорогу не знаем, Марик. Да. Марик, смотри, сумка, давай смотрим, что там. Давай. В карманах ничего, а тут... тоже. Давай смотреть, что здесь. Давай. Жилетки. О, и плетик! Подожди. Еда! Маршмеллоу! Вау-вау! Куфта на велдах! Пук! Пледик! Скотч! Пленка! Смысл, пленка! Фольга. Обе фольга. Смотри, что это за жилеты такие. Да. Это чтобы, когда стемнеет, нас было заметно. Ну за что? Мы же спокойно дома сидели. За что это все? Веревка. И термос. Быстрый термос. Ну, в прямом, с чего нам пить? А, чечу. Фольга, наверное, чтобы маршмеллоу в духовке запечь. Ладно, давай сначала начнем с дома. А то как мы будем жить? Где мы будем жить 24 часа? Да. Так, Марик, давай искать место для шалаша. Зачем ты палкой тычешь? Так, нужно пройтись по лесу. Главное не заблудиться. Так, ну что? О, смотри, какое дерево. О, мы как заблудились, а? Да, Марик, мы как бы и так заблудились. Ой, ворона каркнула. Может, пойдем вот туда вот поищем? Да. Мне кажется, нужно построить лаваш, то есть шалаш, вот это, возле вот этого дерева. Пленкой обмотаем, а потом маршмеллоу будем жарить. Так. Где же нам строить дом, Марик? Да, я считаю. Ого, смотри. Ого. Марик, пошли и полазим по деревьям. Давай. Мы потерялись. Да не потерялись, мы вон там, вот наш зеленый коврик. Главное все способности не потерять, а то если мы это все потеряем, тогда вот какой капец будет. Даже выжить не сможем. Ай, ты меня наступила. Прости. Я наступил. О, это что? Что? Я гадость. Пошли в другое место. Пошли. А, Марик, что это? Побежали. Побежали. Помогите. Побежали. Я... Марик, я не хочу тут ходить. Я хочу строить шалаш и прятаться в него. Я тоже. Так,
как же нам его построить-то? Вот это дерево, дуб, тоже ходит. Люди ходят. А, собака. Она может съесть нашу еду. Привет! Ой, палка оторвалась. Пук! Надо ее. Марик. Оп! А из чего мы будем дом строить? Может, еще три дерева соединить скотчем? Ничего себе. Нам на вот эти три дерева не хватит материалов. Да. Как мы будем жить? А крышу что построить? Из этих веток? Нет. Я придумал. Уйдем со мной. Посмотрим. И спрятала. Ой, Марик. Марика нашла место. Комары летают. Вот, смотри, мы обмотаем это все пленкой и получится хлопот. Это шиви. Так, я хочу домой. Я хочу домой. Вот. Как рыдающий Тимур, только в лесу. Папа, какое дерево. Не знаю, держи. А! Тонь. Подожди. Вот, что-то я как-то... Что-то я как-то не понимаю. Дом строили для нас всех, как бы. Как бы дом строю. Ребята, короче, если бы мы жили в лесу, это был бы нас, для нас настоящий ад. Просто. Ребята, вот такая фигнюшка у нас получается. Я вот делаю, не знаю, что у меня из этого получится. Вот вообще не понимаю. Может, вообще какая-то фигня получится, а не дом. Марик, не делай это, порвешь. Ребят, сейчас я буду достраивать шалаш, и мне уже что-то кушать хочу. Я тоже. Тоже? Да. Марик, голова из палки. Так, Марик, давай искать палочку, чтобы покушать. Фу! Нам же как бы нужно покушать и костер разжечь заодно. Ой, Марик, что у тебя в кармане нашлось? Вот. Палочка вот такая нашлась. Да, вот такая. Ну, она слишком маленькая для костра. Она слишком маленькая. Так. Так. Еще мы кушаем. Ой, готов. Давай, накидываем. Подожди. Помогай. Ой, Марик. Это ты мне помогаешь, а не я тебе. Нет, я не буду. Так, ребята, я примотаю скотчем. Так, лучше я ножнички еще были бы. А? Ой! А? 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 Шопа! Помнил! Тихо, не шевели. Сам строить будешь. Это не брат, это разрушитель какой-то. Надо еще успеть какой-то. Такой домик у нас получился. Блин, Марик, кушать хочется. Давай разжигать костер. Давай. Так, как там делать? Так, ломать. Ладно.
то, вот это вот такие палки складывай сюда, чтобы потом их налить, как шпажки на маршмеллоу нанизить. А Марика, давай чем-то легеньким перекусим. О, смотри. А как ты, мама, нам антисептик не положила? Ну ладно. Так, давай смотреть, что у нас здесь есть. Чашки, соломка. Марик, смотри! Батончики, два яблока и вот такая вот пластинка. Ладно, Марик, что начнем? Вот это. У нас такое же. Сначала вот это съедим. Мама, почему ты на бутерброды не положила? Так, ребят, смотрите, какой у меня как чайничек. Можно так залпом. Я боюсь. На, нам еще нужно, чтобы вода хватило. Воды хватило. Я еще нихуя не хочу покопить. Так, покушаю. Так, ребята. О, Марик, смотри, твоя машинка. Тебе, тебе есть чем поиграться. Так, где тут эта фольга? Вроде еще машинка есть. Мы потом найдем. Где что-то это? Ага, вот. Так. Сейчас попробуем сделать корыто. Оп. Так, попробуем сделать форму корыта. Ребята, что-то как-то у меня не очень получается. Только фольгу потрачу. Марик, интересно, когда-нибудь найдем дорогу домой? Я тоже. Мышь, вон где, в лесу. А где папа? Так где? В Караганде, дома. Они же не сидят так много в телефонах своих. Вот нам и ответочка от мамы. Какая-то миска получается. Папа бы тоже к нам сюда. Он тоже хорошенечко сидит в телефоне. Приветик, папечек. Скажи приветик, Марик. Приветик. Пукни в пакетик. Сашка, что приветик? Приветик. Приветик, приветик пукнет в пакетик. Марик, а скажи клей. Клей. Выпей баночку соплей. Чё? А! Не больно. О! Вон, давай. Ты боюсь. Сонь, давай. Если я ест, вот ты не боишься. Да, давай. Нет. Такой палки. Сонь, давай. Ты не боишься. Давай, давай. Давай! Ребята, я еще никогда не ела жареные маршмеллоу. Ну, жар, не бойся. О, смотри, оно жарится. Хочешь, я тебя пожарю маршмеллоу? Что это за звук такой? Опа, смотрите, как оно. Ай! Что-то горячо. Тын и тын. Точно, обалдеть. Марик, я не хочу тут оставаться. Тут холодно, страшно, темно скоро будет. И комары. Сейчас, и уже, сейчас уже 9 часов вечера. Еще будут скелеты. Да нет, это уже, это в Майнкрафте такое.
Сейчас уже 9 часов вечера, скоро будет 10, и мы не хотим тут оставаться. Мама, папа, мы хотим домой.